Мы рады приветствовать любителей лута на канале Демаку. Сегодня с вами Станислав и Виктор, и мы продолжаем играть в игру под названием Heroes of Hammerwatch. Ну что ж, дорогие друзья, давайте вперед. Надеюсь, сегодня нам повезет. Можно через порталы, в принципе, пропрыгать. Можно. Погнали. Последнюю зачистим. Так, а магазин я не могу, да? Или что, или на следующий раз оставим? Да пошли быстренько, пролетим по порталам, покажем людям, как в порталы ходить. Ну, мои люди знают. Мои люди знают, как ходить по порталам. Фолиант магического снаряда. Фигня. Так, я возьму по одному, наверное. Даже нет. Вообще ничего нет нормального. Надо качать этого магазина, надо качать. Магазин слабенький, конечно. Так, на нежить. Кольчуга. Да, возвращаю из магического урона. Сына там орёт что-то. Жене, наверное, рассказывает сказки. Так, я могу себе еще либо оружие, либо броньку прокачать. Шанс крита, сапоги. 13 тысяч сапоги стоят новые. Вот, теперь есть куда деньги девать хотя бы. Вот это возьмем. Уклонение прям вообще идеально, короче. Отлично. Давай, еще один ключ серебряный. Погнали. Эх! О, смотри-ка, ты зашел и меня закинуло. А ты пытался уже походил, прожал, что ты готов? Нет, нет, я ничего не нажимал. О, опять монолит, смотри. А ты события не трогал? Нет. Ну ладно. Может, он продолжает существовать? Не, вряд ли. После каждой смерти события заканчиваются. Эх. Секреток нет. Но я не видел. Обидно, обидно, конечно. Сейчас мы на минус морали вообще всрём где-нибудь. В элементарном месте. Интересно, а челленджи тоже сложнее или нет? Вот зеркало здесь. Ну, должно быть, наверняка, посложнее. Вот секреток. Так, невероятную силу мне дали. Мне это совершенно не нужно. Еще бесполезная для меня штука. 15 здоровья, нормально. А мне 5 брони. Тоже неплохо. Я ж маг, мне броня нужна. Так, а где ты видел этот предмет? Какой? Ну, который ты сказал, что тебе дали там на силу или тебе? Вниз. У меня просто даже вниз. Тебе вниз идти. Мне даже не пока. А, ты имеешь в виду на обелиск, обелизи, да? А ну, на предмет, обелиск. Я думал, ты предмет нашел, который силу дает. Пошли погнали. В зеркало. Погнали, погнали, погнали. Быстро сейчас зайдем. Давай, 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 в зеркало. Может, в зеркало. Прокачивать город. Для чего руда нужна? Да, город. О, это, мне бы такая арена больше нравится, чем. Да, эта арена, кстати, самая прикольная. Я прямоугольная, отстой. Там запинываешься, запинаешься за каждый угол. В чем прикольно магам здесь? Ты просто стоишь, она добывает, и в центр в эту штуку стреляешь, и он отлетает куда надо. Даже целиться не надо. Ну, то есть вот эту штуку настреливаешь. Плюс здесь к силе атаки неплохо. Патрон прилетел. Ну, я бы не сказал, что здесь сложнее стало. Не-не, все то же самое. Ничего вообще не поменялось. Вообще. О, ботинки неплохо. Люблю ботинки. Не броня. На 5, которая у тебя была. Я гал лукарей ваншотаю. О, еще плюс дамаг. Неплохо. А мне с зданий урон и опыт. Создание это что? Создание это жуки, черви всякие. А, нет, подожди, там какие-то големы, там какая-то фигня, короче, это другая штука какая-то. Здесь 4 типа есть, как бы нежить, понятно. Ну да, 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 скелеты существа, всякая фигня. Это существа, наверное, считается. Создание это типа, знаешь, вот когда мы били с тобой гиганта второго босса, да, вот эти вот, кто приходил там ему помогать, короче, они вот типа это какие-то то ли циклопы, то ли вот этого там духи, они типа считаются созданием.
Надо посмотреть бестиарий. А здесь есть секретка какая-нибудь в этой штуке? Чтобы больше еще предметов, слишком мало. Ни одного, кстати, ни зелененького, ничего. Мне тоже что-то ничего, прошу. Одна серая фигня. Что, все что ли? Тьфу ты, блин. Попьем. Что-то... Что-то не зашла здесь. Ну так, мы сейчас к следующей. Глазки. О, да, кстати. О, крит, 2,5 шанса. У меня тоже что-то 2,5 шанса крита. Так, одинаково что ли дали? Ну, походу да, в этот раз. О, куча цветов и серебряный сундук. А было круто, круто. Здесь по-любому будет зеленый либо синий. Витьку стреляют. Так, дает 25 маны. 15%. За 25%. Короче, фигня тоже. Здоровье, манна. Это явно не для меня. Витька охотится. Фигню дали. Тоже. Я кнопку нашел. Отлично, мы как раз, кстати. Нам как раз в цвет ап. Не кусать меня за жопку. За мою нежную любимую жопку. Ну мы опять монолит, да? Да, 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 да. Чтобы по-быстрому пройти. Да мы, наверное, даже, может быть, этих нибудь скелетов валить. Или пойдем все-таки. В смысле скелетов валить? Ну вот этих вот двух-трех призраков. Либо посмотрим. Я, кстати, не видел, что будет они делать. Что за три призрака? Погоди. Ну вот эти вот трое призывателей, там, некромантов, которые... Да ты с ними уже сражался. А, типа, в третий раз в зеркало пойти. Но я боюсь, там вообще адово будет. Я просто ни раз там не был еще. Ну можно ту локацию зачистить самим. Как бы, ногами. Опять фуллфейланемся где-нибудь. Не-не-не, нормально будет. Так, я тут сундук нашел бронзовый. Я вот, кстати, с шипами с этими, я вот столько раз погибал, капец, они просто мне конкретно вымораживают. Не конкретно, ну, с этими, да, шипами. Тут жратва, а там потом еще прикольная штука, мы будем с тобой топтаться. Кстати, интересно, как будет вместе это. Вдвоем-то веселее, наверное, топтаться. Ну, наверное. Да, никогда не успевал. Я до третьего, что ли, по параметру. Я тоже максимум для огонька зажигал. Ты готов топтаться? Ну, давай. Так, значит, может, разделимся как-то? Ну, я вот с этой стороны, а ты с этой. Ну, давай, поехали. По-моему, больше надо было этих штук сделать. Бред какой-то. Танцы на воде. Так, а тут что-нибудь было? Нет, ничего. О, там бутылочка, кстати. Вот этот, под кабак. Ты что же теперь уже можешь в кабаке бутылки открывать? Не, я еще не открывал кабак. А, ты бар еще не открывал? Да, не, он у меня есть как бы, но я его не строил даже. А что же за бутылки? Чего не дают вообще эти бутылки? А они там разные бафы дают. Типа, например, ну что-то понижают, но что-то и прибавляют. Например, там увеличенный опыт, но понижение там какой-нибудь шняшки, потом может закупаться. Где-то, ну это как, на окатку он или вообще навсегда? На окатку. Вон она там, я уже что-то запарился. Типа каточку одну ты можешь пробежаться, но давай, они там хорошие бафы. Зеркало пошли, там я вроде лутал все. Не, я сходил, просто забрал бутылку. Витя, я первый раз на стриме, здорово! Погнали. О, не очень люблю. Блин, плоская. Просто тут варьировать сложнее, мне не очень это нравится. Вот для мага, может, это еще и получше, потому что здесь слишком да много нет, стен, ну, они... Нет, это удобнее все равно. Они всеми отрикошечивают. Плюс треф из урона. Из урона мне тоже заходит, в принципе. О, потому что у меня вот этот мой выстрел, он и сразу и маг урон, и физ. А он в любом случае прибавляет. Если плюс 3 физ урона, он все равно будет прибавлять. Неважно, даже если у тебя нет физ урона. О, зелененькая, наконец-то ваша что-то. Щит. 25 защиты, 25% шанс. Мне даже какой-то этот собрался. Сет? Угу. Что-то еще. О, еще дамаг. Потом можно разбирать, потом. Посмотреть.
Воу-воу-воу, ребята, ну... Ну, пока столько повреждений, как в прошлой катке, у меня нету. У меня сейчас под 31 по магам. Ну, я обычно по лучникам смотрю. Замеряю по лучникам, сколько повреждений по обычным. О, еще зелененькая. Угу. Опыт против создания, в общем, книжка. Они, по-моему, просто опыт. 20%. Тоже неплохая штука. Да, да, да. Не, предметы. Зеленые уже хорошо. Синий так вообще огонь. Фиолетовый находил хоть раз? Не-не, мне кажется, их даже здесь нет на обычном уровне сложности. Они из золотого сундука 5% шанс есть упасть. А, ну, но я не видел ни разу. О, элитник пришел. Вау-вау-вау, ну. Так, я провыпью, все равно надо будет. Надо сразу бы из бассейна пить. Так, литник закатали. Все. Фигня. Во время комбо вы получаете регенерацию маны. Что-то трешня какой-то. Ближайшие враги... А, это ближайшие враги получают на 20% больше урона. Ну, это для милишников больше фигня. Ну, да-да-да. Ну, предметы так себе. Конечно, мы собрали, мне кажется... Донаты не работают. Да как так-то? Они опять у меня свалились. Нибудь не подожди. Без меня не все включил. О, смотри. Секретко. Ура! О, зеленый предмет. Получение руды 1%. Говно, иди сюда. Сейчас они тебя. Кто тут нас на шипы кидал в прошлом? Не, я обычно стараюсь. Давай вход пошли, а? Я стараюсь защищать. О, зачищать локацию. Серенький сундук. У тебя есть серенькие ключи? Да. Окей, нет? Нет, что-то я, видать, где-то потратил. Потому что у меня был вроде. Не мог же я ее не купить. А мог и я забыл купить. Воу-воу-воу, чё в меня-то? Ну, стреляйте Витьку. Ему все равно. Ну, у меня, кстати, против магов какая-то там штука собралась, типа. Вау. Снижает сопротивление. Смотри-ка, они теперь тоже замедляют. А где ты видел хороший сундук серебряный? А там сверху. О, а вот серебряный ключ. Ну да. Я говорил, что ключи всегда есть. Да не всегда. Да я знаю, что не всегда, я просто прикалываюсь. Да ты просто меня пытаешься разозлить, чтоб я тоже умер опять! Под гневом. От собственного гнева. Блин, ё-моё, надо ворачиваться. Да, то я. В пень. Ах ты как. Ах ты как. Что-то меня тут пробивают. Меня тоже вот что-то как-то проколотили немножечко. Давай! Все, отключили. Тихо, 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 мой парень с мечом. Ты уже умер, успокойся. Умри еще раз. Нежить. Так, пошли к сундуку сходим, или ты с этой штукой разберешься. У меня вообще просто стоишь за углом и стреляешь в угол. Так. Что тут будет? Будет опасно. А, фу ты, блин. Сказал бы, что лучник будет стоять. Ну не только лучник, здесь, конечно, еще и шипы. Руководство существом. О существах. Нормально, второе руководство. Это гуд, плюс 10 к общему урону я получил. Так, Стас пока там лилипутиками выходит. Пойду тут посмотрю, что есть. Стас тут деньги в углу. Я их собрал. 20 получаемому опыту против нежити и типа 20 урона против нежити. Ну типа 20. Ну, короче, книжка на нежить, понятно. Да, зеленая. Вообще шикардосненько. Как опыт, раз. Общий опыт, это мне кажется очень хорошо. Там же опыт не только с нежити, наверное, летит. Увеличенный, да? Я так понимаю, что это общий опыт. Не-не, это опыт с нежити именно. А, понял. О, когда сет собираешь, там общие повреждения растут. Так, там сверху эта штука. Давай тут за углом всех хвалить. Наверху стоит статуя, у которой не нету бойся, глаз. Это туя. Дерево такое. Так, я решил ворваться. На сфере отчаяния. Витя врывается и зажигает, раздвигая. Дискотеку устраивает. Вообще дискошарики нет. Запускаю. Вот и донаты заработали, смотри. Надо же.
О, глюк. Опа. Так, это портал. А мы в него пойдем или так чисто? Да, наверное, не пойдем. Пойдем, может, просто своими ногами пробежимся. Опыт будем собирать. Мне просто хочется посмотреть, что будет делать эти боссы, когда мы с тобой вместе пойдем. Хорошо, давай, договорились. Ну, в соло как бы я в теме, а вот в общем нет. Следующая локация вообще жесткая будет. Ну, видимо, лить будет просто сильнее, все. Ну, возможно, да, уе будет мощнее, плотнее. Может, здоровья будет больше. Ну, здоровья в любом случае будет больше. Например, эта фигня, которую мы с тобой понаходили, у меня даже вот дамаг не сильно-то вырос. Если вообще вырос. Ну, скажем, у меня слабее повреждения, да, чем в прошлой катке. Я на первом этаже некрополиса, я в некрополис выходил по лучникам, долбил по сколько там, 60, я говорил, да? Почти. Uh-huh. Сейчас он 50 даже не получается. Ну, в принципе, все равно неплохо. Обычно у меня хуже. Так, давай-ка лучше вместе нападем на него. Oh yeah. О, последовательность завершена. Кто здесь последовательный? Кто здесь самый последовательный? Я и ты. Так, можно скинуть бабло, если будет желание. Но я думаю, что пока, наверное, не стоит. Магазины что-то не видно. Как в прошлый раз, знаешь, пока не стоит. И... Да, и 13 тысяч, блин, спустили. Ха-ха, и руды куча. Руды было реально много. Под конец мы там нормально потом насобирали. Так, это я вам оставлю подарочек. Вот и куча. Не, мне нравится, как мы с тобой вдвоем разгибаем этих врагов. Да смысла нет. Не, вдвоем весело, че? Вообще весело. Игра намного, она по-другому преображается совершенно. А можно вчетвером же играть, прикинь, как да, весело. Да, максимально, вчетвером. Кстати, по-моему, вчетвером. Ну тут опять же и враги будут наверняка больше. Ну я, знаешь, враги такие же по сложности. Может быть, опыт просто и больше, делится. Мне кажется. Ну что, пошли тогда вниз. Окей. Больше, может быть. Хотя, так, по-моему, ощущение, по-моему, мне кажется, их гораздо... Ну хотя, может быть, нет. Мне кажется, только босс сложнее. Босс сложнее, это уж точно. О, как раз, о, как это удачно. Блин, там это. Надо быстрее убивать, пока она не начала работать. Этот стат она же блокирует там. Прострел от той штуки. Ну типа пуси. Вот видишь, вот этот жрец, он замедляет, падла. Да? Ага. А, действительно, я вижу. Кстати, эта штука, походу, начала еще и замораживать. Раньше я такого не замечал за ней. Вот это вот, который расстреливал фонтан какой-то ненормальный. Так, здесь еще серый сундук. У тебя есть серый ключ? Да. Пойдешь? Иди давай ты. Ну давай, я пойду. Я вскрою. О, да. Тут же еще враг противник. Противный. У меня что-то зеленый меч какой-то выпал. Что у тебя выпало? А, там зеленая вещь, которая увеличивает количество предметов у торговца. Она, конечно, вроде неплохая, но, блин, хотелось бы что-нибудь поинтереснее. Торговцы, да, редкость. Если бы, знаешь, она как в Айзеке, там, эти торговцы на каждом этаже хотя бы один добыл, ну, блин, это было бы другой разговор. А так вообще... О, мне прикольно, плюс 5 к урону и плюс 10. А я вижу, там клеймор у тебя попался, клеймор. Ага. Крутой он. Ну, да, согласен. К урону всегда круто. Во, нормально, оп. Я чувствую себя мощным. Оп, мощно. Полукарям 57, отлично. Вот, я дошел до того повреждения, как у нас были с тобой. По башням по 50 бьют, это круто. У меня криты хорошие. А, упадло. Может быть, башни это создание считается? Может быть, кстати, башни тоже возможно создание. Надо смотреть тебе в этом. Они же созданы? Ну да, вот логично. Что тут? Что тут добавить, монетки? Логики тебе не отказать, да? Оп. Ух ты, морда целая. Разнесу, не помела. Опа, лягуха с нами, Стас. О, тут призрачная эта херня, не люблю ее. Тут надо убить, в нужный момент нужно убить одного хитрого чувака, и тогда все будет нормально. Воу. Воу. Что-то меня просадили по хп-то. Пойду-ка поем что-нибудь. Все, Стас, говорят, что лицензия выдана на то, что там вначале я говорил, как ее там, Вархаммер, хрен мамер мамер. А, на отстрел крыс? Да. Оу, ее. Чё-то как не люблю на открытых пространствах сражаться. Пошел я от вас. Пойду к Стасу, он там сзади. Но там невыгодно, правильно? Чё на них сражаться, там невыгодно. Я все собрал. О, статуя.
Разнесли! Что бы ты без меня делал, а? Да прошел бы на изи. Ты да бы не запустил. Я бы в прошлый раз бы не умер, вот чё. Ты бы не запустил. Пошел бы туда, что ли? Я бы пошел, но я все дочистил перед этим. А, ты так делаешь, да? Ну, конечно, но чтобы никто не мешал. А я такой вот рисковый пацан. Ну да, ну да. Бронзовый сундук, да? Ага. Сколько шмоток нам везет. Ну да, в принципе, неплохо. Тут еще одна. Шмотки могли быть и лучше, но хотя вот. А, здесь вообще такая подляна будет. Кто будет? Ты, я. С огнем. Да могу я пройти, какая разница. Тут просто с огнем надо будет поаккуратней. Ну да, здесь по углу надо идти просто все время. Эльфийский лук, Стас выпал. Прикинь. А мне книга какая-то. Блин, это круто. Эльфийский лук я тоже хочу. Сейчас горит. Жопа горит. Вообще отстой. Готовься идти. Я за Стаса переживай, как за себя. Вообще, я думаю, что не переживай. Если я умру, тебе придется меня доставать. О боже. Так, я не буду пока бежать. Я что-то запереживал. Ура! Стас вышел. На создание мне 20%. Книжка, блин, мне тоже хочу лук. Дайте мне дамага. У меня дамага нет. Мне не дают дамаг. А лук дают магу. Странное. Ну смотри, я получиком уже по 68 бью. А я вообще слабо остановился. Она еще донат. Он пора туда какулю залетите. Вот туда какулю, да, давно пора. О чем ты думал? Кричи, даешь какулю. Там статуи походят. Давай какулю. Так, я могу. Она у меня полманы жрает, такая какуля, так что осторожно. Ну что ж ты? Ты быстро регенишься. 247 критомов, прикинь, кометы. Я могу еще, кстати, на них повесить такую шнягу. Типа вот такую корни. Опа, 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 опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Пожалуйста. Чуть не пробили, да? Да, я там что-то споткнулся, а какой-то этот какого пузырек. Который около стенки стоял. Там упал с лошади, сломал хвост. О, о. Так, что тут у нас серенькое? Ожерелье, силы воля, фигня полная. Да, так себе. А у тебя есть на подбор руды увеличенный, да? Нет, по-моему. Что у меня вроде была что-то такая фигня. А, какая пофиг разница. Да, есть. Плюс 1% к получению руды. Значит, тебе надо руду собирать. Хотя, в принципе, все равно. Так, там он ключик золотой, в смысле, бронзовый. Пойду возьму, а то что-то у меня ключей вообще не осталось. Давай. У меня есть еще ключ. У меня и золотой есть, и серебряный. А у меня бронзовый. Отлично. Так, вагонетка. Вагонетка. Из Москвы. Зеленая юла. Вагонетка. А я меня спросил. Вагонетка из Москвы. Ты уедешь в Ленинград. А что, хорошая песня. Так, ладно. Как у нас там дела? Ага, вижу, как. Что, у меня урон вообще, по-моему, даже еще больше, чем был в прошлый раз у нас. Не дразни меня, у меня вообще дамаг фиговый. Я что-то так наклепался этим уроном. Я так хочу дамага много. Не столько для опыта туда сходить. Ой-ой-ой, говно. Пойду все равно. О-о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 
пустом месте. Пришлось пропить. В прошлый раз, кстати, нам повезло, у нас еще пропил, я еще какой-то предмет достал, который, кстати, давал мне 4 бутылки. Так а ты говорил то, что тебе не нравится. Это как раз таки сет алхимика это дает. Ну что, может сдадимся 6? А хотя сейчас магазин должен быть на следующем. Да, 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 может быть магазин будет. Он скорее всего, он хотя бы один на 3 этажа должен быть, мне кажется. Никогда такого не было, чтобы не было магазина. Так, ладно, я на выход. Вроде мы все взяли. Да, даже монетки не оставили вдоль стенок. Вообще. Очень правильно, ребята. Витя, донат почитай, обязательно почитай донаты все, не переживайте. Погнали. Опа. Ууу, сразу прям. Я люблю, когда так появляется. Я тоже люблю. Сразу зачистил на одну проблему меньше. А то когда они начинают это свое перерождение. Монетка. Ну, мы с тобой так быстро идем, между прочим, у нас перерождение, по-моему, бывало 2 раза все.
Ну бывает, неприятно. Там все. Ну, в принципе, все убивается. Блин, здесь вокруг одни выстрелы. Да, плюс. Я лучше так, да. Тут проще. Ну тут есть яблочный случай. Маги. Нет, не вышел из угла. Пиу-пиу в глаз. Так, там яма. Шабдам-яма. Это яма. Вот там, кстати, элитник. Вижу. Так, все, пробил тут все. Че, элитник раскат? А, ты их сюда повел? Тихо, 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 парень, осади. Ты клетку такую можешь посадить, да? Ну да, у меня типа корни, я пускаю. Типа магия такая. Я пускаю корни. Музыкальный вечер. Музыкальный, да. О, вот этот неприятный, не люблю его. Блин, там надо одного выхлестнуть, и все будет нормально. Надо просто понять, какого. Но он нам подсвечивается, козлячий маг. Да, они тут гурьбой там. А типа если быстро успеешь выщелкнуть, то тогда норм. Ну вот лучнику да, можно. Да, не получается. Обычно. Он далеко стреляет просто, твой все равно не так далеко стреляет. Я думал, там этот монолит. Да, у меня радиус... О, серебряный ключ. Отлично. У меня радиус выстрела небольшой, поэтому... Что ж такое? Так, уникальчик. Элитник, как ты сказал. Нюхни мою гранату, пёс. Даже по элитнику хреначу, как я не знаю кто. Что-то я все, по-моему, словил. Уворачивался, да, все поймал. Уворачивался, все словил, да. Вот сейчас что-то прям все патроны в меня. Так. Там на яблочко! Я там где-то видел, кстати, апельсинка была. А он там в начале уровня у нас были. Яблоки. Монолит есть, может, он тебя полечит. Погоди, там элитник, правда. Когда он машет, лучше просто убегать. Кстати. Воу, там стрелки. А у тебя как-то они отражают, что стрелы, или ничего? Я не понимаю. Или они просто пенетрейшн? Отражаются, отражаются. У меня тоже есть некоторые, которые отлетают. Но я пассивку себе взял. У тебя пассивка... Кстати, вот эту вот новую пускать, да? А два элитника, прикинь. Это хорошо, когда двое элитников, у меня прям между ними мечутся мои стрелы и все и заваливают. У меня даже по элитнику по 44 бьется. Удар. Жалко, что с них ничего не падает, а иногда бывает падают с них хорошие предметы. Да, да, бывает даже арты с них падают. Да, да, да. Я встречал не раз. Ну, маг, ну. Yes, на всех элитников. Стоп-то будем прожимать или будем надеяться, что... Да, сейчас прожму. Ключик, апельсинка, как раз руда. Фигня, конечно, остальное. Там ключ был и руда, и апельсинка. Окей. Так, ну что, я столб прожму. Давай. Защитные силы. Ну, неплохо, в принципе. Ёлки, па. Ау! Из-за угла, прям. До угла, да? Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Защитными силами меня наделили. Это тоже неплохо. Жить будем. Ну, хорошо, да. Как раз сейчас... У тебя босс дамага будет, много, тебе вообще париться нечего за урон. Я комбу собрал, чтобы выстреливать теперь по три выстрела, когда использую. Серебряный ключ из дырки выпал, прикинь. Заклинание. Из чьей. О, еще один серебряный ключ. А ты говоришь, ключей нету. Зачем я их покупал? О, магазин, я же говорю. Кстати, магазин, да, магазин, отлично. О, элитник. Вот там еще козлячие идут. Козлячие это кто? Ну это который призраков создает после смерти. Больно, тварь! Во-во-во-во, хорошо, что оборона есть, а защита в смысле. А то бы я сейчас тут впитал знатно. Сколько здесь народу. Витя, тащи! Слушай, меня там что-то прокает, мне стрела попадает на 4. Ты, конечно, понимаешь, что... Витька. Опа-опа-опа, лягуха! Маги гребаные. Отлично, сейчас снова сработало. Вот здесь, кстати, опять будет хороший предмет какой-нибудь. Конечно, не умею ключи активировать. Странный вопрос. Так, монетка. Так, угроза. Откуда, интересно? О, надо будет магазин. Спасибо, здесь. Спасибо тебе. Давай вначале разберем, наверное, угрозу, потом пойдем. Конечно. Что-то вроде должно быть меньше было призраков, что-то очень много их пришло.
У нас же один остался, да, всего лишь неактивированный. Так. Сейчас мы этих ребят разбираем. Брошюра монстра существа. Усилие атаки, отлично. Че, в магазин сходим? Да, да, в магаз надо идти. Там что-нибудь путненькое должно быть. Давай. Мега, о, брошюра монстра. О, ларец Курцевого, Курюцевого, как его там. Неплохо. Так, кольцо здоровья тоже надо. Неплохо. Сфера жизни, блин, тоже класс. Опускается ниша. Ну там можно взять. Фигня, конечно. О, клеймер, к силе атаки, к физическому, это я прям сразу беру. Повезло, тебе хорошая шмотка. Шансы заблокировать. Вот, 25% шанса заблокировать 25 единиц физического урона. Ну, огонь, малую комбу, малую комбу сверх, этот, как его сделать, сфера жизни. Брошюру монстров взять, да, брошюру монстров, все. Сопротивление магии. Мне очень нравится, когда собираешь камень жизни, короче, тебе дает этот камень Мидаса, когда ты собираешь, тебе там 2 золотых за убийство, так столько денег приносит. Да. Очень хорошо. Я такого ни разу не собирал. Давай еще это возьму. Чего у меня с повреждениями? Дикий? Я вообще развоплощаю. Капец. Я помогу по 83 хреначу. У меня, правда, там пробой нам есть. Магический. А ты посмотри, сколько у тебя... какая куля! Что это было сейчас? Ты посмотри, какое у тебя количество силы атаки. Ну, в этом, в менюшке. 84 по лучнику. Офигеть. Я столько никогда не набирал. Мне кажется, у тебя 30 атаки 86. Наверное. Да, так мало? Так. Вау, вау. Ой, элитник. Идет. Упает синик и сковородка. Давайте получаем ему золото. Это, кстати, хорошо. А ты собрал вот эту штуку? Открывал, активировал или нет? Нет еще. Я статую валю. Все, я к тебе бегу. Фу-фу-фу, Витька тут разносит. Так, все, да, мы с тобой? Пойдем. Так, а там что за фигня вот это? Наступаешь, что-то летит в разные стороны. Да-да-да, надо аккуратней. А, все, я понял, я такое видел. Ага. Щекотно. Нежненько. Ух ты. Да-да-да, выключай скамники, мы их убьем. И ящик. Но все равно они работают постоянно. 20 получаем опытом, 20%. Ну, неплохо. Полно же варвар. Убийство противника, 10% шанс ускориться. Ну, кстати, нормально. Хорошо. Прям можно нормально, да, разогнаться. Учитывая, сколько у тебя сейчас дамага. Так, ну что у нас? Босс ждет, я так понимаю. Погнали, да, пока защита еще висит. Или она скоро кончится уже, я не пойму. У меня почему-то в сетевой игре перестал нормально отображаться вот таймер по защите, поэтому. Но у меня до сих пор, у меня баф висит, я не знаю. Я думаю, что если он пропадет, то он отключится. Так, слушай, у меня 101 жизни, я не фул хп. Ну, поехали. Там же, ладно, как при входе к боссу, по-моему, лечит полностью. Хилит, да, хилит полностью. Так, сливаем все это дело. 6000 и 16 руды. Ну, пойдем смотреть. Пока все то же самое. Армор вообще спасает. Так, яд. Какую первую убиваешь? Не, быстрее стали двигаться вот эти штуки. Жизни у них больше, это точно. Жизни больше. Вау. Тихо. Не стреляй в эту, не стреляй в памятники. Почему? Потому что меньше урона наносишь и вызываешь призраков. У меня нет никаких призраков. Но они сейчас не выходят. Ну, наверное, просто сейчас не выходят. Вообще обычно они выходят. Призраки. Ничего, я никогда не выходил. Я статуя просто, она. Ее можно бить всегда, но она меньше повреждений. Да, меньше. Но этих проще убивать. Так, мы почти его уже кухнули. Сейчас я через статую его добью. Оно другое дело, там силы они начинают передавать друг другу. Так, один ушел верхний. Воу! Чуть не забрали меня, блин, пришлось прожаться. У меня бутылок больше нету. Бутылок больше нету? Да. Круто. Так, минус, как все, обоих одновременно убили. Отлично, хорош. Левелап? Да. Поздравляю. Так, пара шмоток. Убирает с карты туман войны. Это, кстати, очень дорогая вещь. Сфера аптекаря. Блин, опять с рудой. А мне 25 денег плюс. Погнали. Мощно. Вот это сейчас будет жесть. Здесь будет жесть. Вот здесь я один раз только бывал. Я доходил до... Получается, сейчас какой-то там 13-й, по-моему, этаж. Я доходил до 14-го и все время умирал на ловушках. Ловушки тут конченые просто.
Вот эти штуки, я так понимаю, телепортируют меня в такую. Да, да, да. Как раз вот в такие места, где сундуки спрятаны, там ловушки, ловушки там убивают. Ну, ловушки есть лютые просто. Вот это. О, я кнопку нашел. Отлично. Но мне нравится, как они взрываются. Со звуком с таким. Да, 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 лопающий. Эй, убей его. Эх, мне бы ручеек найти, было бы прикольно. Да, кстати, это было бы очень хорошо. Для тебя. У меня только одна бутылка отпита. Ух, фига себе. Ну, пора сдать ему такую штуку. Раздавать. Ух ты! Черт, какой нафиг балик фел, а? Попади ты уже в этого. Гамнюка. Гамнюк. Призраков что-то чересчур много. Ну реально, тут врагов, кстати, больше, чем обычно. Да-да-да, я тебе скажу, что у меня попроще-то это все выглядело. Да-да-да. Когда я играл. Умри, жрец. Здесь что-то прямо они это... Шары вот эти вот тоже очень много. Оп. Ну там самонец, что ли, где-то? Я чуть не пойму. Ну да, вот здесь есть самон. Вот эти глаза, короче. Не, я знаю, глаза самонятся, но вот пузыри-то вот эти, по-моему, не самонятся же. Пузыри тоже самонятся, от таких источников, типа как... Ой, я книжку нашел. Ёшкин кошки. И кнопку. От источников таких, похоже на фонтан, типа, они оттуда самонятся. Как я вышел оттуда? Я думаю, я там останусь. Это ты в портал зашел? Прожал. Не-не-не, я тут просто меня... Погоди, а я нажал кнопку, мне написали, что открылся какой-то секрет. Да, это... они маленькие такие открываются, комнатушечки, небольшие такие. Там, ну, как типа бы ты их не пропустишь. Да? И в них там лежит что-нибудь добро, какое-нибудь вкусняшное, типа там руда или еще что-нибудь. Так, я пошел к тебе, ну нафиг, что-то мне стрёмно одному здесь чистить. Кстати, нам, походу, с тобой надо теперь уже вместе держаться. Потому что сейчас жестко. Этого будет. Как-то легко, то здесь, конечно, да, уже... Да. Я сам дальше не доходил. Блин, стопы вот это. Я что-то в прошлый раз она что-то со мной сделала, я на ней умер. Я что-то начал, что-то у меня управление как-то в разные стороны. Да-да-да, она меняет управление. Но это вообще-то, вот эта фишка, кстати, по ходу вот этого этажа. Ну, вообще вот это вот, как сказать, этого блока этажей. Они чисто меняют направление движения. И элитники приходят. О, вы чё, борзели что ли? Откуда у вас здесь так много? Эти волшебники хрюши, они мне уже надоели. Которые визжат? Да-да-да, как свинки. Как в этом, как в Warcraft втором. Табличка на стене, что значит? Ничего. Ничего. О, тут что-то есть. Написал, типа, лучше я сюда, типа, никогда не приходил. О, еще какая-то. О, вот и фонтан, кстати. А, пей. Фонтан. Отлично. Восстанавливай себе. Фу, кстати, хорош. Я вообще тоже восстановил. Вот, теперь как бы поспокойнее чуть-чуть. Да вообще в разы поспокойнее будет. Так, а это считается как уровень... 10-й или босс тоже считается? Босс тоже считается, можно даже посмотреть. Это 13-й этаж. Вот я до 14-го максимум доходил. Опа, какой-то пентаграмма тут. Я прям не ушел. Я прям в ней встал посмотреть, прикинь. Придет сатана, дружба. Чародей 16 уровень, больше ничего не могу посмотреть. Но карту сможешь глянуть. Так, давай сюда в угол зачистим. Там серебряный ключик, я смотрю, тут лежит где-то. Угу. Я его уже зажал. О, кнопка еще. Секретный проход. Пойдем искать. А вот глаз. Для меня самонилки никакой проблемы не являлись. То, что ты в нее стреляешь, из нее что-то вылупляется, тут же... Да, и сразу умирает. Ну, да. Маг, конечно, он крутой в этом плане. Ну, там магазин, кстати, есть. Наверху. Так, а я пойду заберу деньги, там еще деньги видел. Так, внизу мы все зачистили. Здесь, кстати, сдача есть ресурсов. Можно бы потом скинуть. Возможно, она открылась, потому что раньше ее там не было. А, да, точно магазин смотри. Может, и магазин открылся? Это что такое? Элитник, вот он. А он почему пришел? Ну, он приходит со временем. Если он тут... И он тут не один. Прикинь, из-за того, что мы с тобой вдвоем, их двое.
Может, мы что-то не поражали просто где-то? А, они приходят все равно, неважно. Хоть все прожми здесь. По времени, здесь да, есть книги какие-то, короче, их надо жмакать, но я не понимаю, зачем. А что это за луч он такой, как бы, собачий? Так вот, они лучом этим, они тебя сбивают, короче, типа как это, как я замешательство. Прям и ты начинаешь лучу ходил, и ничего не было все равно мне. Если он тебе попадет, ты будешь ходить там, если он тебе будешь нажимать влево, ты будешь справа ходить. А, именно он попадет, а если он уже как бы тухнет, то можно. Ну да, да. После него проходить. Все, я понял. То есть это получается видник, это переносная статуя вот эта вот. Я испугался. Ну да, да, да. Я ж пробухал, кстати, бутылку от страха. Так, еще секретный проход. Слушай, тут секретный проход. Воу-воу-воу, там мина какая-то была. Чё, так, что у нас по деньгам? 3000 денег. Какие есть предметы? Здесь синие предметы офигенские крутые. О, 12% шанса нанести критический урон. Это же вообще капец. Щитолом. 25% шанс понизить броню врагов на 70% в течение 4 секунд. Ну стоит все по-гонски. Это не мое. 8000. О, у меня есть магический урон, игнорирует 15% сопротивления магии. Прикинь, как бы тебе хорошо зашло. Так, у меня есть печать мученика. 1% урон за каждый потерянный здоровье. Магический урон игнорируется. Броню вот это я, кстати, возьму. О, руководство искажений надо. Здоровье возьмем. Остальное, может, потом докуплю. Свиток волшебного снаряда. Фигня. Плащ отупления. Отступление. Я думаю, что я вряд ли буду. Соберу столько денег, там 6000 это нафиг надо. 2300, если сейчас 2300 смогу взять, я бы мученика взял бы печать. Там что, сундук? Рот всегда замученный. Да, хожу. Сундук. Это открылась, походу, секретная комната с сундуком как раз. Да, где? Использовать зелье, вызывать 50% ускорения. Ну, в принципе, неплохо. Я иду, где сундук-то? Во-во, где я нахожусь? Прикольно, что здесь как бы открывается потихоньку все. А у меня сеть гладиатора. Кстати, неплохо, хорошая сеть. Да. Учитывая, что я в большинство врагов ваншотаю, в принципе, пофиг. Тебе она не сильно нужна. Да. О, еще один портальный зал какой-то нашелся. Я в порталы, я боюсь здесь ходить в порталы, честно скажу. А оно куда? Вот именно в какие-то комнаты, которые мы уже... Они закрыты, ты их не видишь. Вот они телепортируют тебя куда-то, где ты не видишь. Вот если мы весь этаж зачистим. Ну, в принципе, если даже мы не зачистим весь этаж, тебе телепортируют в комнату, которую ты сейчас не видишь. И в ней, может быть, просто предметы, как бы, знаешь, лежать, а могут быть ловушки, и там пипец. Ну, это может быть в комнаты, которые мы сейчас в любом случае не можем никак попасть. Да-да-да, мы в них никак не попадем. Блин, попробуй что ли? Ну, или попробуй просто. Нормальная комната? Нет. Там зато золотой сундук есть. Да. Я забираю. В общем, а у меня нет золотого ключа. Я открою. Ух ты, булава марка. Офигеть, вот плюс вот одна сила штуки. Атаки за каждый предмет. Вот эти штуки, они на тебя вешают просто шнягу вот эту вот. Да, окружение направо бежать. Стас, у меня атака 121, 242%. Так, они же сверху стреляют. Надо понизу идти. Ну да. Ну, в принципе, не такая уж и большая проблема. Ну просто ты попережидаешь и все. Ага. Надо, чтобы обе были выключены. О-о. Они пришли. Надо быстрее ломиться. А-а-а. Блин, опять хилку пропил за страху. Ну ё-моё, аж боюсь тут с каждого шага, блин. Я до сих пор выйти не могу, мне страшно. О, все, вышел. Меня зажали, блин, опять пропил хилку, все, всю последнюю хилку себе. Они, мне еще одна есть. Походу из-за предметов. Ох, блин, Стас, извини, я что-то там как-то это очканул. Да я сам тут просто переочковал. Я просто этого этажа так боюсь дико, что я просто уже от страха выпил две хилки, когда мне хп даже еще не упал. Меня зажали просто. Так, а еще пойдем в портал? Ну пойдем еще один. Я как бы готов, чтобы ты в него залез, а я посмотрю. Не, больше золотых ключей нет. Ой, здесь серебряная штука какая-то есть. А там тоже опасности? Да, здесь очень много летит огоньков. Пойдем к ним. Так, это надо бежать, значит, отсюда. Надо бежать. А вот отсюда направо. О, смотри-ка, они меняются.
О, 20 к физическому проигнорированию физического урона. Это прям вообще хорошо. А у меня туман войны из карты убирает. Она же есть такая. Да, у меня есть. Уху! Фига себе! Жесть, ну это не какая. Так страшно, по крайней мере, тебя не убивает. Значит, это не шипы. Блин, шипы самое страшное, по-моему. О! Слушай, вышел. Еще пойдем? У нас еще одна есть. Пойдем судьбу дергать, как говорится, за одно место. Где там снизу, да, где-то был портал? Не, а, вот там, он, да, вот он, вот я вижу его. Блин, слушай, действительно вообще очка. Очка, очка. А, это просто портал. Понятно. Понятно. И вот я в прошлый раз я вот такую и прыгнул. И получается, мы все зачистили, да? Да. Я не набрал денег, к сожалению, на еще один арт. Нет, 1700. Трюфиговый. Покупай, какой есть. Так, он же похож, да? Я все хилки выпил, у меня одна осталась. Вот это, конечно, обидно. Стас передрейфил, конечно. Да, да. Погоди, но я, блин, а сдать-то, сдать-то надо. 12 руды. Да я бы сам бы сходил. Мне 11. Да, кстати, можно сдать. Денег не так уж и много. Фух. А ну, ты же руду скидываешь, я ж не скидываю. Так что... Ты ж про то, что типа я бы сам сходил бы, типа... О, мог, здесь мог не... книжка. Вот эти книги, я не понял, для чего они. Я тоже не понял, но их надо прожимать. Да, их прожимаешь. Иногда бывает их по две на уровне, иногда по одной. Так, тут дерево магическое. Вот, это вот она и призывает эти вот сферы. Понял. О, еще портал. Нормально, я по глазам по сотке уже лупашу. Что, серьезно? Да. Но я броню зато пробиваю. Мне хорошо, мне 70 с лишним урона входит. Ну, врагам, они тут кому-то 30. Витя, плохо. Вите нужно выйти. Без Вите этого передряги живым. Там реально какая-то Оу. Дичь. Вау. О, беги. Нет. Нет, Витька, спасай. А, где ты? Блин, дебильная штука меня чуть... Это вот этот вот столб этот ссаный, короче. Меня я чуть... по столбу. Вот и меня тоже самое хилку пришлось пить. Последняя. Меня еще зажали. Да, последний выпил. Может быть здесь фонтан будет, если повезет. А, фонтан этот же убирается, как бы, войны. Можно посмотреть. Можно кратко двигать. А вот здесь смотри, хавчик есть. Че ты, прости. Да я съел два, у тебя тоже ж хп нет. Ну, как-нибудь вытерплю. Я могу из угла стрелять. Хотя, правда, тут магов куча, блин. Я крипнул по 243. По магам, этим, которые свиньи. Свиньи-маги. Ладно, следующая еда твоя. Так, надо посмотреть, может быть тут так. Есть. У нас с тобой сразу на две серии такое ощущение. Так, тут дерево. Сверху есть серебряные ключи, куча руды. А вот бутылочек-то нет. Ну, то есть нельзя фонтанчиков нет. Пополнить не получится. А карту как-то можно двигать? Ну, а, да, ты в менюшке что ли там, где карта? Ну да, через C нажимаешь. У тебя там и выбрать карту, и ты можешь ее посмотреть. Да, наверху там ключи какие-то. Ключи есть, и... Ну, этого нет. Тут как... Прикольно, блин, я впервые, ребят, на этом этаже. О, осознанно. Кнопочка. Как мы не нашли сразу. Ясно, тут такое непонятное происходит, что как-то не особо сильно хочется искать сразу. Кнопочки эти ваши. А мы наверх не пойдем к ключу? Ну, я пошел, ну пойдем наверх. Какая разница, в принципе, где идти? Тут везде весело. Там ничего, да? Тю-тю-тю-тю-тю. А здесь есть эта секретка такая, которая прозрачная? А вроде да, здесь есть тоже, но как они выглядят, я пока не могу сказать. Я сам здесь не так часто бываю. Не находил, да? Так, теперь да. Направо, вон, смотри, там вот секция целая открылась. Да-да-да. Надо туда топать. Добрейше. Деньги. Это, походу, есть секретка. В такое, кстати, место порталы часто перемещают. Ну, здесь есть порталы из этого места. Ну, что-то я боюсь, блин. У меня вообще хилок нет, мне страшно. Я хочу босса посмотреть, если честно. Ни разу не видел его, да? Не, я ни разу не видел. Ёшкин кот, я там народу через стенку хреначит. Нормально разоплатилось. Тихо, дичь. Тихо, дичь. Тут
сумасшедшие какие-то сферы. Иди к маме. Утворяю такое, что просто мама не горюй. Во-во-во! Тихо, осторожно. Впитал немножко зелененького. Ну, зелененького-то ладно, чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Зелененькое, говорят, полезно чуть-чуть. Их дозы. Из угла мочи. А-а-а-а! Бежим, бежим, бежим. Бери левелап, Стас, бери левелап, как воль не видать. А у меня, кстати, я не знаю, сколько осталось. Еще процентов, наверное, 5. Стас скоро проточится. Это было бы неплохо. Ух, чё-то я поджарился тут. Бежим. Ух, меня шкварнуло, а. Лучики идут, чёрт, бери. Можно и слить, надо пропить. Опа. Ой, я мало хп, аккуратней. Я вот думал, либо пропить, либо прожадничать. Надо посмотреть, короче. Если ты прожадничаешь, то мы умрем. По-моему, да, мы раз же умирали уже? Или нет, еще ни разу не умирали? Не, по-моему, еще ни разу не умирали, да, мы? Я поэтому люблю собираться в регенерацию хп, но что-то мне в этот раз не зашло вообще. Ну, регенка спасает капитально. Особенно кольцо мне нравится, которое 0.5 восстанавливает. Ну, это хорошее очень кольцо. Такое найти — это редкость. Синих вещей, кстати, заметь, нет. О, блин. Мы с тобой только один синий предмет нашли, да, и тут золотого сундука выпал. А где будем биться, где-то? Ну, где-нибудь подальше от основной толпы. Ух, жесть! Воу. Я прям ману не пожалею, у нас тут ее вагон. Я просто пляшу Dark Souls Style, и все мне плевать. Могу бы предмет дать, жопошники. Три шара раскатал. Покатайте шары мои. Так, нам не сюда. Так, все, мана, я зарядился. И хилок-то особо-то, кстати, нет, заметь. Ну да. Только если повезет, если так чисто выпадет с кого-то, или с бутылочек с этих. О, аккуратней, красный, опасный. Красный — это всегда опасный. В природе также. Видишь, красный что-то свет... красное? Беги! Ну да, да, да. Красный свет, прохода нет. Что такое? Вау, вот это хорошая штука, да? Витька закинула, не парится. Так это у меня ново просто прокнуло. Я вообще просто один выстрел сделал свой. Так, тут дерево. Прикольно. Прикольно, что здесь такие узенькие, блин, узенькие коридоры. О, черт, больно. Что-то я опять впитал там, Стас. Лучники сраные. Через стенные. Блин, не дают полечиться. У меня и так... Сколько здоровья максимальное твое? Ну, сейчас, наверное, где-то около 175, может, 180. А у меня 120. Ну, я... У меня два предмета, по-моему, которые по 15 хп дают. У меня один, по-моему. У меня 105 сейчас, собственно. Поэтому я только из-за угла. Не, так маг он вообще из-за угольный боец, это там даже без вопросов. У него вся фишка, вот, кстати, можно похилиться. Кавчика. Хорошо, что я прокачал плюс 5% мощности кавчика. Кавчика. Вкусняшечки. Хоп, хоп, поворачиваемся. Новый уровень, ебой. О, молодец, поздравляю. Спасибочки. На Стас отвлекается, я такой из комнаты выхожу. На! А чё так и надо? А еще кавчик нашелся. Отлично. Так, ну так, монетка там была. Да? Я выдал монетку. А это три красных алмаза. Это как раз вот секреточку, которую мы с тобой открыли, походу. При помощи нажатия кнопочки. Ну чё, пойдем в портал прыгать? Хотелось бы один, по-любому, безопасный. Потому что мы открыли как раз там переход, ну как бы типа мы все зачистили просто. И остальные неизвестно куда, блин, мне страшно идти. Но я прыгну. О, это хорошая комната. Это ништяк. Куча денег, ничего нет. О, как вовремя, надо в следующий раз дожидаться присутствия, а потом. Где будем валить? Вон они идут уже. Где-нибудь покрупнее, они, кстати, где можно развернуться. Ходят. Они через стенки не ходят, их можно вот здесь на углу поймать. Надо, чтобы мы могли потом с тобой воевать. Оп-оп-оп-оп-оп. Дал, как я его. Один за тобой, один за мной, кстати. А не-не, переключился, смотри. Не-не, он кто поближе, того и гасит. Так, ищу портальчик. Давай. Попробуем. Вверх не пойдем.
Нападем в верхнюю, там красиво. Тут еще большой есть у нас. Большой портал есть? Вон там сверху. О, а, здесь тоже халява. Тоже халява, да? О, ништяк. Боже мой, у меня такое ощущение, конечно, жалко, там что... ребенка едят. Или он ест кого-то и радуется. Жаль, здесь мы что-то не дособрали. Два кристалла. Так, а там большой портал, кстати, он куда? Интересно, это тот, который до следующего уровня, что ли? Да не, мы не открывали, ж боссов не убивали. Да не, это просто портал куда-то. Может, пойдем? У нас еще вон там в углу есть. Слушай, у нас много порталов-то еще осталось. Ты куда пошел? Я за тобой. А, окей. Так, ну страшно. Там страшно. Мы были. Стас! Да. Так, а куда? Где тогда мы с тобой не были? Я уж тут теряюсь. Какой-то, наверное, дальний боковой мы с тобой не ходили. Да, справа портал вверху и просто сверху. Раз, два. А кому тут всех открыли с тобой уже порталы? Раз, два. Так, ладно, я прыгаю в портал, а там посмотрим. А, этот. О, здесь золотой сундук. Опять. Здесь золотой ключ. Не, а меня у тебя? Нет. Значит, все, смысла нет идти. Жалко, что, видишь, золотые ключи вот очень нужны. Ну кто ж знал? Он даже не золотой, какой-то красноватый, что ли. Да, ну-ка подожди. О, так это же вообще мега-супер демонический. Там вот может быть, кстати, фиолетовый предмет 100% падает. И, наверное, что-то еще можно и легендарный какой-нибудь убить. Погнали. А что, ты еще в портал не пойдешь? А, там еще один есть, да? И еще два. О, серебряный сундук. А вот серебряный есть. Опа-на, фиолетовая шмотка, Стас. А, не, синее. Кольцо кровожадности. 2,5% вампиризма к основной атаке. Ого, так это ж вообще мощь. Отпиваться. 20%-то, ё-моё. Так, у меня 20% шанс понизить броню врага на 75% в течение 4 секунд во время основной атаки. Это, по-моему, вообще круто. Тихо. Еще два портала у нас осталось, от которым я стою. И ну, вот кстати, самое безобидное еще, пока, по крайней мере, ловушка из всех. Так, а, это никакой портал, это в пустоту. Великая угроза, Стас. Ты выйдешь, успеешь? Надеюсь, что да. Оу, нет! Я могу прожать на выход попробовать. А, нельзя без тебя. Стас. Они все ко мне пришли, блин, мне хана. Блин, Стас. Блин, ну какого фига? Меня просто убило, гребаная в ловушке тут находился. А че они ко мне приперлись-то? Самое вкусное, я ближе. Фига себе залп. Так, я их разобрал. Да к тебе. Я ближе находился, они походу ко мне чисто такие. Чего бы не прийти нам к Стасяну. А! Боже мой. Страшно, да? Вот это дурацкая вообще штука. Иди! Спасибо. Неполная хп, кстати, восстановлена. А, я своим хп делюсь с тобой, получается. Смотри, я ж фул хп был. Да твою мать, ну какого фига? Сас. Я буду ждать, пока у меня не пройдет полностью. Как ты это делаешь? Ну, идиотская фигня, кошмар. Жесть вообще, так она мозг ломает. Это то, что у меня еще. У меня. Мне повезло, потому что у меня этот уклонение. А так бы точно бы умер. Все, пипец. Мне вообще хп нет. По-моему. Ну если хочешь, иди. А, нет, не уходили. Ну ладно, пошли на выход уже, это пипец. Пипец, у меня нет хп вообще. Че я взял-то за кольцо? Вампиризм к основной атаке. Блин, я сейчас лечиться еще буду. Вот тем вампиризм нужен к основной атаке. Я надеюсь, у меня хоть как-то отрегенит, мне 27 хп сейчас. Узко плюс. Бидончик. Золотой сундук внизу. А золотой ключ внизу.
Пойду посмотрю тоже. Где? Блин, тут еда бы была, я прям был бы рад. 37 хп. Ну здесь еда так, есть, есть фонтаны. Далеко. Еще один золотой сундук. Сундук? Ключ, нет. Ой, не ключ, золотой, ключ, это бронзовый. Да. Нет, золотой справа. А ты же здесь уже собрать успел? Да. Окей, секретный проход только что открыл. И хилок нет. Нет, есть слева. Надо налево уходить. Там есть хилки. Ты здесь ключ взял, да? Да. Но есть еще справа ключ золотой ведь. Может там потом забрать. Чтобы у нас по ключу было на всякий случай. Слушай, а где мой отхил-то? Обещали отхил. Так, не высовывайся. Так, я вроде потихоньку восстанавливаю. Что-то лежит желтенькое. А, это алмаз что? Слушай, твои выстрелы, они, походу, дело далеко летят, поэтому ты можешь... Ну, далеко, да. Мне же выстрелы вообще капец как прошивают. Ждем. Там хилки есть, надо до них добраться. Аккуратней. Я в эти ловушки больше не ногой. Чёрт, питал. Вот эти вот с понижением, перевертыванием. Мне кажется, кстати, босс тоже будет с такими свойствами. Он да, будет сбивать, потому что там все вот эти единоглазые, одноглазые. А есть такая штука, типа, что не работает на тебя? Может быть, может быть. Я был бы очень рад, там кнопка. Где? Вот здесь. А, я стою, не вижу ее. Есть апельсинка, кстати. Ты еще, кушай, если кушай. Тебе надо. Я, у меня-то вампиризм теперь есть. Я, правда, пока не чувствую его. Ладно, съем. Хотя, может быть, и чувствую. Просто он, возможно, как бы не отображается именно цифрами. То есть, как бы у меня поднимается, просто хпшка поднимается. Не, почему там, если ты отпиваешься, должно вылетать цифры, я, типа, там, зелененький. Но 2,5% повреждений в вампиризм уходит. Я не знаю. От основной же атаки? Ну, я же основной все время бью. Воу-воу-воу. Секреточка. Лучники, лучники. Бесконечные лучники. Что я, походу, видел эффект твоего этого. Пробоя брони. Пробой брони. Ну да, кстати, там, где же я вин навешиваю. Осторожно. Навешиваю на врагов на 4 секунды. Ну, в принципе, терпимо пока. Воу-воу-воу-воу-воу, больно. Вам пора шарик запустить. Там есть нет, я ее съел. Апельсинка хотел сказать, есть, я ее съел. Нет, я ее съел. Ха-ха-ха, надо было сейчас. Не, ну я же не злодей, мне ж выгодно, чтобы ты выжил. Но, в принципе, да, у нас одна жизнь осталась. Как же они люто меня зажали. Как повезло, что я выжил вообще там, в той ловушке. Я мог там умереть. Дважды, по-моему, или не трижды вообще. Так, бронзовый ключик что-то валялся. А, это из этой самонилки выпал. Эти глаза, они типа кусаются. Эти глаза, кстати, по-моему, отсылка к Терравии. Очень там похоже на них. Вообще один в один. Видел здесь это, есть еще плакат, это с Квейком. А-а, не замечал. Маленький. О, золотой ключ. Вот я же говорю, что он здесь есть. Бери. А ты находил гоблина, который ключи выдает? Он вообще разные выдает. Он выдает, он может выдать тебе как бы был. Тут монолит стоит. Может дать тебе ресурс, может дать тебе руды, может дать руды тебе давал. Золото. Он это бесплатно отправлял мне все. Защитные силы. Бодрое исцеление. О. И тебе вообще хорошо. А мне защитные силы. Легко можно все равно влететь. У меня вообще 120... легко, они много дамажут сейчас. У меня 120 хп от всего, поэтому я могу влететь отлично вообще. Жалко, что нет фонтанчика. Фонтанчик был вообще в цвет. Так, у нас тут открылся этот, как его, оранжевый сундучок медный. Надо к нему сходить. Недалеко. Несмотря на того, что на моих вот этих противников корни-то не действуют, они все летают. А, они только на этих. И чего толку от этих вот способностей, я что-то не особо-то понимаю. О, великая угроза. Она где-то снизу должна прийти. Ну конечно, вон они уже.
Но он постоянно в бок ходит туда-сюда. Ну да. И не прижиматься к стенкам могут зажать. О, блин, я, по-моему, под твою попал. Ну, мне печенька не нужна. Апельсинка пускай будет. Так, направо идем куда-то, да? Я направо продвигался. Там, ну, давай убить эту самонимку. А, тут самонимка глазная. Ух, там этот башня. Кстати, я еще ни разу не видел, какие здесь элитки будут. Наверное, такие же, которые приходят. Ну, как бы, каждые же три уровня скорее приходит всего, элитник, да, какой-то. Заплатил Витька. Ух. Вообще, мы так далеко ушли. Будем делить на несколько серий или так оставим? Посмотрим сейчас, сколько у нас выйдет с тобой. Так, да, если многовато получится вообще. Еще апельсинка, отлично. Так, пошли за артефактом. Там какая-то вот фигня прикольная наверху. Это что значит? Ну там был... А, вон, красная, да, слева. Ты имеешь в виду за сундуком, да, за этим? За бронзовым? Ну да. Или медным, как его можно назвать. Укрепленные перчатки, блокировка 10 урона, неплохо. С бронзового сундука шанс выпасть зелененькой шмотки. 15 к броне. 35%, а серенькой шмотки 65%. Это ты где такое вычитал? Это я где-то читал, Википедию или еще что-то. Витю или Петю? Википедию, да. Так, уже книжка. Опять порталов много. Блин, страшно ходить. Я в них точно не пойду. Опять что так часто-то? Я раньше думал, то, что если ты книжку прожмешь, как бы они перестанут приходить. Ага. Сейчас, конечно. Они еще чаще, по-моему, начали ходить. Я только книжку сейчас нажал, все. Так, ну мы все зачистили, пора по порталам скакать. Я в ближайший. Давай. А он никакой. Никакой? Да. В никуда? Ну да, не, ну не в никуда, а на этаж. Он тебя переслал, но там ничего не было, я так понимаю. Ну да, на этаж. Просто на этаж портал. О, нормально, комнату нашел. Тут артефакт явно будет. У, зелененький меч. Ой. Жало, физический урон умеряет 20% брони врагов. Во, так, а там опасно, рядом. Там ловушки были или что? Нет, ничего, просто заходи. А, просто комната. Дает один на 1% больше урона за каждый потраченное здоровье. Ну, в принципе, неплохо, если получаешь так, по щам. Известно, что. Так вот, в этом мы еще, по-моему, не ходили. У тебя есть хилки, кстати? У тебя бутылки-то остались? Да, у меня целиком все. Блин, тогда давай ты будешь экспериментатором. Так, серебряный сундук тут есть. Вот здесь ключ. Есть, да. Есть. Кирка плюс 5% к руде. Блокирует большинство снарядов, рикошечущих обратно, короче, типа того. Сковородка. Я что-то не... так и не понял, как она работает, если честно. Она работает, если спиной идти к снарядам. Но вот от огня, походу, они не спасают, я так понимаю. А, что я туплю, у меня же лечение. А я хилки буду есть. Я знаю, что здесь есть что поесть. Так, я вот сейчас вот в этот портал еще прыгнул. А, это мы уже здесь были. Погоди, а где мы еще не были? А, вон там, внизу, вот здесь, вниз, если пойти, мы там еще не были. По-моему, это единственный портал, где мы не были. У-у-у, я пошел. Я пока посмотрю. Так. Блин. Элитники, я их отвлеку ведь. И чё? А-а-а! Пипец! Тебя убило? Чё это было вообще? Это было люто. Капец! Я говорю, иногда ловушка. Я как бы вышел, и там просто решетки какие-то. Я по ним побежал, они начали жечь меня, я умер. Я что-то даже не спохватился, надо пробел прожать. О. Найдено золото, 29 тысяч, отправлено 4. Ну бывает, это уровень такой, знаешь, он, блин, реально, вообще. Это уровни противные. Тут надо просто не жадничать по порталам, либо уметь с этими ловушками легко управляться. Вот. Ну, надо учиться. У меня вывод такой, что лучше не шарахаться и идти. 11 звезд! Блин, 2 часа с тобой почти с ним. Круто. Это можно разделить серия. На одну серию, которая, где мы с тобой первый раз. Серия, да, старт, и вторая серия вот это вообще... Тоже прикольно.
Блин. Криты почаще будут у меня теперь лететь. Понравилось? Много противников. Но она реально, тут вот ловушки это самое отвратительное вообще, что можно было придумать. Блин, хочу весь полностью прокачаться, полностью заточиться все, и чтобы вообще... И полностью пройти. Да, вот так вот пальцем щелкая проходить. Но видишь, ловушки все равно убивают собаки. Шипы, они такие, короче, не вообще не конкретно не спасают. Зато руды я много вынес, это прям приятно. 95 штук у меня. 95 остался, нифига себе. Вообще, могу теперь прокачаться там в свой замок. А мне прокачать. Королевским. Офиг тебе. Прокачай мой замок. А у меня 10 маны, я думаю, что бы взять. Мне 8 нужно будет, значит, у меня только 3 лишних. Ну и в принципе, наверное, еще качнусь, пока я там наберу руды на осколок льда последний. Я вот думаю, может ледяной шар себе вкачать. Я себе крит скачал, уровень, этот шанс крита. Ну вот можно еще, кстати, шквал тоже будет сделать. Следопыт вращается вокруг себя 3 раза. Быстро выпускай, по-моему, это очень круто. Урон входящий снизит 45% шанс выживания все-таки. Ну, живучесть магу важна, мне кажется. Дамага, ты видел, сука, ты раздавал дамага? Вот живучести иногда бывает не хватало. Так что с уроном тут я как-то вот... Вот я наоборот сразу же качал себе. Потому что, блин, ты прям выживаешь. Ну даже лаки, говорит, есть буду. Закончим? Да! Это мы просто с тобой еще что-то хорошее не вытащили из этого, из ручейка. Да, так бы вообще было бы. Так бы там сейчас разрулили бы, еще босса бы увидели, дошли бы, пробили бы босса. Хотелось бы посмотреть, реально, интересно. Но на следующий раз уж посмотрим, я думаю. Да, в общем, спасибо, ребят, за внимание. Было очень круто. Да, блин, прям бока же отважно. Спасибо вам за внимание. Да, лайки ставьте, если хотите продолжение. Ну, а пока... Комментируйте пока. Про это, про все. И пока. И все хорошо делайте, все. Пока-пока.